Дело в том, что еще Шекспир сказал, что весь мир театр, а люди в нем актеры или актрисы. Так вот я сейчас буду говорить о том, в основном, что касается актрис. Может быть, больше это вас заинтересует, потому что это связано как раз с действием неионизирующего излучения на нас всех. Но, в принципе, это больше, так сказать, касаться будет разжиг. Так, вперед-назад. Нет. А, экран. Так. Ну, давай. Хотелось бы прокомментировать именно в дискуссии, связано как раз нас на идею подтолкнуло то, что сделал известный ученый наш отечественный Чижевский Александр Леонидович. Книги его «Земное солнечных бурь» как раз опубликованы. Книги его «Земное эхо солнечных бурь» как раз те идеи заложенные, которые натолкнули нас на эти идеи. Следующий слайд. Значит, он показал в основном один данных этой книги, что солнечные вспышки, в частности, вот пятнообразовательная деятельность Солнца, она приводит к увеличению эпидемии и даже пандемии. Вот видите, здесь на этом слайде под черным показаны эти пандемии. В принципе, в наибольшей степени они, конечно, выявляются в Юго-Восточной Азии, вот, допустим, Япония, Филиппины и так далее. Следующий слайд. Вместе с тем, такие заболевания, как тазобактериальный тиф, которые, допустим, представлены здесь, имеется, так сказать, и в Ленинграде тогда, вот эти данные его были, и в Москве, они довольно хорошо коррелируют вот с этим солнечными вспышками. Правда, они несколько опережают ее, вот достаточно, ну, примерно на один год, а коэффициент корреляции достаточно высокий, видите, 0,88. Следующий. То же самое имеется и, допустим, с дифтерией, то, что было в Дании, и опять же в том же Петербурге, но в Дании, как вы видите, вот в конце удалось им эти самые такие вспышки дифтерии предотвратить. Следующий слайд. Ну, тоже касается, допустим, гриппа и вот тоже общей смертности. То есть общая продолжительность жизни, так сказать, она может, допустим, в данной России, опубликованной книге, в течение полувека, она тоже связана с тем, что, может быть, действует как раз солнечный фактор. Ну и так, это продолжительность жизни, так сказать, смертность, она связана с тем, что не только инфекционные заболевания ее определяли тогда, но и неинфекционные, в частности, сердечно-сосудистые, нервные. Ну и мы предположили, что, конечно, это будет осуществлять и злокачественное необразование. Следующий слайд. Здесь я должен сказать, что для определения механизмов, которые определяют солнечные вспышки, следует учитывать тот факт, что они посредуют через солнечный ветер, который действует на Землю, нарушая, сдвигая его магнитное поле. И это магнитное поле изменяется сравнительно небольших величинах, вот, допустим, от 50 до 300 нанотесл, но эффекты их оказываются довольно значительными. Следующий слайд. Определяются эти величины. Вот у нас в Ленинграде, ну, под Ленинградом, есть такая Воейская геофизическая обсерватория, которая их высчитывает, ну, правда, вот не в нанотеслах, а уже переводит в К-индексы. Допустим, 50 нанотесл, 2 К-индекса, ну, 100, 4 и так далее. Есть такая пропорциональная зависимость. Ну, это было показано, что в экспериментах, что возмущение геомагнитных полей приводит к изменениям не уже таких дифференцированных устойчивых клеток, а скорее, так сказать, тех синтетических процессов, которые происходят, допустим, в частности, в процессе эмбриогенеза. Вот данные вот 2017 года. Следующий слайд. И вот на примере, допустим, животных клеток было показано, что, допустим, вот два года происходили, 2010-2011 год, имели место вспышки геомагнитной активности и увеличилось, как вы видите вот здесь, число митозов. Числители, значит, поставлены нормальные, то есть без вспышек. А вот когда были вспышки, видите, число митозов увеличилось. И методический индекс, вот этот, увеличился достоверно. Вы видите, тут почти в два раза, ну тут на добрую четверть. Вместе с тем, эти митозы, они практически нормальные. Вот в одном случае, в другом. Следующий слайд. Кроме того, это, можно сказать, является одним из факторов, который вот сегодня уже обсуждался, что изменение деления клеток, и в частности цикличность, то, что говорил, допустим, профессор Старанчески, она свидетельствует о том, что действительно, если цикл нарушается, то, соответственно, и будет нарушаться вот эта возможность, ну, в данном случае мы говорим о канцерогенезе. Второй фактор, который был, собственно говоря, освещен буквально
в этом году, в 2018 году, Гурфинкель и соавторы показали, что вот магнитные бури, ну, в данном случае штормы, изменяют скорость кровотока капиллярного. То есть, допустим, покоящиеся, в случае спокойного магнитного поля, изменение в виде скорости капилляров идет по синей кривой, а в том случае, когда был магнитный шторм, вот от 18 до 20 часов во время ужина профессор Панчески, у него ухудшается кровоток. То есть здесь возможно, сказать, естественно, ускорение, усиление, сказать, гипоксического состояния. Следующий слайд. И вот в результате этого мы, значит, составили следующую табличку, которая была сделана на основании данных больных, которая показывает корреляцию сроков манифестации, проявления опухолей, возраст, то есть, когда они появляются, вот этих 13 локализаций опухолей с вспышками геомагнитных полей во время беременности женщин. Вот здесь, значит, нулевой месяц, вот, значит, 9-е рождение. В принципе, как вы видите, высоких коэффициентов корреляции, которые 0,88, здесь нет. Но вот эти все коэффициенты, они достоверны. И вместе с тем, так я считаю, что действие в течение, допустим, 1-2 месяцев не является этих слабых полей значимым, то единственное, которое значимое прологированное время, такое вызывает такое уважение, это вот заболевание молочной железы. Вы видите, все остальные, значит, или тормозят, или тоже, значит, стимулируют опухолеобразование, или тормозят, или никак не реагируют. А вот молочная железа, как вы видите, она, начиная с 4 месяца и до рождения, соответственно, как-то ускоряет, возможно, ну, получается, что ускоряет образование опухолей. Я посмотрел, значит, данные эмбриогенеза. Получается так, что непосредственно зачаток молочной железы образуется, ну, формирует свою дифференцировку, начиная именно с 3-го, с 4 месяца и до конца беременности, то есть в течение 2 и 3 месяца беременности. В это время, так и здесь отрицательные коэффициенты, то стимулируется пролиферация клеток. Следующий слайд. Таким образом, была корреляция умеренной, она наблюдалась во втором, третьем триместре беременности. Вот формула, по которой может быть подсчитано уравнение регрессии, вот ускорение, она представлена на этом слайде. Средний возраст выявления РМЖ без, допустим, этих самых штормов составляет 61,2 года, это по нашим данным, а по статистике, которые даны, 61,4, разница небольшая. Не, назад. А вот коэффициент Б, который был вычислен Владимиром Александровичем Ямшаном, он отрицательный, как вы видите. И, в принципе, если сосчитать по этой формуле возможные варианты, сроки сокращения будут составлять, допустим, в случае 4, допустим, этих коэффициентов, то они будут составлять, допустим, от 7 до 12 лет. Следующий слайд. Вот механизмов последующих влияний не предложено, но я хотел бы остановить свое внимание ваше на двух, которые, в общем-то, в статьях есть. Одним из наиболее таких изученных направлений исследования таких возможных является путь, опосредованный мелатонином. Вот этот гормон эпифиза, который представляет собой универсальный неэндокринный преобразователь, он влияет на многие процессы человека, в том числе вот наш уважаемый председатель как раз тоже указывал об этом. Это раз. И второе. Магнитные бури приводят к десинхронизации процессов, так как ускоряется, как я вам говорил, непосредственно пролиферация. То есть ритмы день-ночь нарушаются, и нарушается ритмика биологических объектов. Ну, следующий слайд. Вот, и таким образом в заключение я хочу сказать, состояние геомагнитного поля в период беременности в ряде случаев может как раз дать информацию о вероятности риска ускорения тех или иных новообразований с целью предотвратить их. Имеющиеся к настоящему времени данные позволяют предположить, что возмущение геомагнитного поля во втором-третьем триместре беременности, значит, могут быть одним из факторов ускорения вероятности развития рака молочных желез. И согласно статистическим данным, вот рак молочной железы, составляющий порядка 20-30% от числа всех, он вносит глобальные изменения на всех, так сказать, жителей и жительниц планеты, что обусловлено многолетним влиянием магнитных полей. Все, спасибо. Вот то, что я хотел добавить, и, возможно, это будет, так сказать, объяснением целого ряда, вот когда говорят, что рак молочной железы непосредственно, так сказать, во всем земном шаре такой
ну, как бы ведущее место занимает. И вместе с тем вот эти данные как раз они коррелируют с теми, которые говорили и о сроках питания сегодня, что надо держаться, и вот о мелатонине, которое возможно. Спасибо. Спасибо.